Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала Отличник Лайф. И сегодня в новом видеоролике по проекту Amazing RP я решил сделать машину. А машину абсолютно непростую. Не та, которая у меня в реальной жизни, не та, которая могла бы как-то вас поразить, а автомобиль, который у плохого парня. Если вы не слышали еще про ИРЛ стримеров, а именно хозяева Асквад на Твиче, то вы, наверное, много потеряли, потому что там очень много интересного разнообразного контента. Я решил вообразить полностью автомобиль из реальной жизни, но уже у плохого парня. Это Porsche 911. Что я сделал с него? Я его покрасил в голубой цвет и напихал в него максимальное количество тюнинга, которое только существует на проекте Amazing RP Russia. При этом, если вы еще не играете, обязательно переходите по ссылке в описании и вводите мой промокод на сервере, который называется Левонтий. Я всем желаю вам удачи, приятного просмотра и хорошего времяпрепровождения. Все, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, наконец-то мы переместились в игру. Сейчас я начну с самого первостепенного момента. Это с обзора на данный автомобиль. Во-первых, у него ГОСТ 15 миллионов, и как видите, я его затюнинговал абсолютно полностью. То есть, что значит абсолютно полностью? Абсолютно полностью это означает то, что у меня стоят номерные рамки, причем мамкин гонщик. Там еще есть разные вариации, вы это увидите на фрапсе. Поставил я номера Twitch, но другого я ничего не мог придумать, потому что как минимум какие-то цифры ставить будет нелогично, потому что эту машину я точно буду сливать в ГОСТ, поэтому сделал Twitch. Для этого идет у нас еще неоновая подсветочка, то есть, ну это как, чтобы показать вам все элементы тюнинга. Естественно, третий чип, куда без него. Можно, кстати, карпасик пробить, чтобы вы увидели, кто шарит за эту тему. Вот, стейдж третий. Опять-таки, все зеленое, кроме стробоскопов. Но стробоскопы мне не особо нужны здесь были, поэтому как-то так, я думаю, сойдет. И аудиосистема, тут вы можете закачивать любые треки абсолютно. И вот, например, наслаждаться треком водила, который чувствует ваш вайб. Но включать я это не буду, потому что авторские права, сами должны понимать. Давайте сейчас проверим, сколько эта машинка едет на стейдж третьем тюнинге. Чтобы вы, так сказать, понимали ситуацию. Плюс он тут еще стоит нитро. Вот так мы легко справляемся с фурой, просто прилетаем ее. Сейчас выйдем на трассу и вообще посмотрим. Но скажу вам честно то, что этот Porsche неуправляемый. Не знаю, как в жизни он управляется или нет, но здесь, как я заметил, все машины сделаны именно под реалии современного мира. Например, если взять условный Марк, на котором я катался, то он, ну, в точности примерно так же, как и в игре, и управляется, соответственно, в реальной жизни. То есть немножечко ходит боком. Братишка, извини, не хотел. Давайте разгоним ее, посмотрим. С нитро она очень быстро разгонится. По-моему, максималка у нее 286 км в час. Ну да, все так и есть. То есть такая солидненькая, интересная машинка. И как бы ничего такого в этом, я думаю, нет. Вот. Но что самое главное, это, конечно же, подсъемы с данным автомобилем. Я их сделаю, и чтобы вы увидели полностью всю эстетику и солидность данного автомобиля. Приехав на авторынок, я не знаю, предложат мне какую-нибудь годную сумму денег за нее или нет. Но я подъезжал, вообще предлагали 150 миллионов где-то за нее, но я не знаю, наверное, я не буду ее продавать, все-таки я лучше солью ее в ГОС. Продам Porsche. Почем? 6 лямов, поехали. 200 миллионов. Отличник. Не, слишком мало. Ебать, у тебя номера двоечник. Какой двоечник? Отлично. Porsche забирайте, ребят, по-быстрому. За сколько? 150 лямов. Номера имба вообще. Номера имба и Porsche имба. Я тебе могу одолжить в долг. Да, чизлас. Кто узнал отлично? На четырку. На четырку с моей ДП. Ну да, это нормально. Ну. Ну-ка покажи. Плата на Рено. Ну-ка покажи четырку, погоди. Где четырка? Ля, Путин приехал. Ну все, езжай за ней быстрее. Быстрее, пока я не передумал. Это Плик-Лак, что за песня, блядь? Ребят, а вы слушали когда-нибудь песни Кизару? Тротон Дустрион вышел из тумана, весь бичи дупаней шагами великана. Меня зовут Кизару, ты знаешь, благо. Так, ребят, давайте по делу. Чё, Поршак забираете или нет? Эй, где? Кто там песню? У меня 6 лямов, ты о чём? Мне надо гелик новый найти. Ну он же новый гелик стоит, иди покупай. Да он это, да он его за 6 продает, там 77 целка, 25 владельцев нужен мне. Вчера купил за дешево, брат, за 40. Здорово, ПТС-очку накинь, пожалуйста, от гелика. Ничего себе, 25 владельцев, 76% целостности. Купил Мерседес, это АМГ, смотри на меня,
Ну вы на плейсе, да, пацаны? Вы флексите тут, я так понял. Да-да-да, на дриле. Да, мы тут не машину покупаем. Понял вас, ребят, это интересная тема. Русский дрил на сцене. Так чё, Паршак в итоге не заберете, да? Не, нету столько. Да у меня 6, я говорю, за 6 заберу, поехали. У меня есть 25 лям. Еще Renault F подарок. Пацаны, давайте скинемся, давайте скинемся. Ребята, давайте скидываемся все мне. Все скидывают, а? Ребята, вы видели когда-нибудь магию? Типа нет. Хотите, покажу магию? Давай, давай. Вот составка сейчас еще так какого-нибудь. Опа, да. Чисто. Вот а как? Чина. Вы видели пацаны, магию? Типа админ? Нет. Тут это все объясняет. Да. Я отличник лайф, ребят, подписывайтесь на канал. Двоечник лайф. Нет. Я сессию на отлично закрыл. Я мать отличника нахуй. Чё? Осуждаю. Мать отличника. Осуждаю. Ух ты, мать! Зачем общак слили, алло? Туда. Туда. Ты зачем общак слил? Я буквами был. Пришлось. Понял. На ход ноги чисто бедолагам накинь. На ход ноги, накинь, да. Да, пацаны, 7000 осталось. Давай, на троих распределяй чисто. По десяточке каждому. Кто просил общак сливать? Ребят, что интересного расскажете? Так, сейчас. Сейчас, минутку. Давай, давай, я жду. Ну, я надеюсь на анекдоты. Я покажу вам весь процесс тюнинга автомобиля. Я понял. Меня просили в комментариях. Все, пока, подписчики. Я тебя тоже. Ну вот, мы повзаимодействовали с игроками, как вы видите, дорогие друзья. Ну, Паршак интересная, в принципе, тема. Кому понравился, можете, в принципе, поставить лайк, подписаться на канал, посмотреть еще другие мои видеоролики. А с вами был я, Отличник Вайв. До новых встреч. Всем пока-пока.